вон там зайчик, они под мостом. Нужно ближе подойти, тогда мы увидим. Совсем молодой лебедь. Смотри, малыш. Да, малыши, он серенький, он не такой, как другие. Видишь, они, он еще не беленький. А там, да, там папа с мамой. Есть или греться? Многие семьи в Ирландии столкнутся с этой проблемой на Рождество. Ну что гласит эта надпись? Проблема. Видишь, как красиво стены раскрасили на Новый год. Подсветка такая красивая. Белка, она нас ведет, чтобы мы нашли с тобой зимние огоньки. Так, берем белку и идем. Отправляемся за следующей подсказкой. Ищем следующую белочку. Столб? А что на столбе? Белка. Да, белка, мы нашли белку. Значит, мы на правильном пути. Да. Давай, дальше отправляемся в наше путешествие. Значит, мы правильно с тобой идем, доченька. Видишь, снежинки спускаются на мост. Мы на верном пути. Вот белочка, Ро. Да, и она нас привела к волшебной книге. Идем скорее. Солнечные огоньки. Здесь начинается сказка. Вот она, самая большая книга сказок в мире. Не говори. Да-да, и смотри, кто нас встречает. Белочка, которая рассказывает сказки. Пойдем со мной. Пойдем, я расскажу тебе с друзьями очень интересные истории до самого конца. Я думала, что она залезет выше, на самый шпиль, который находится в центре города. Ой, но там был голубь.
И он начал кричать в шоке. А потом, запрыгивая на лодку викингов, и будем петь нашу песню, лодочную песню. А это огромный дом. Смотри, что там хранится. Рыбы, которые читают книги. Спасибо тебе. И пока ты будешь плыть, свыш, свыш, свыш. Смотри, куда мы дальше? Мы пройдем мимо речек. А потом мы немножко поучимся в Тринити колледже. И потом мы придем на позднее-позднее шоу с Райаном. Ты, наверное, знаешь, кто это. А мы не знаем, кто это. Хотя мы слышали о нем. А потом дальше будет мэр. И мы немножко с тобой посмеемся. Так, что это за место удивительное? Какое-то место, где очень много деревьев. О, это мой дом, говорит Белочка. Смотри, это мой дом, а это мой камин. Смотри, как она хорошо уселась в кресле. Сладких снов и наилучших пожеланий. Руа, магическая ночь. Dublin Winter Lights. Почитаем книжку заново. Yeah, this is a big Christmas tree. Well done. Higher, yeah. And so she climbed up the spire. But the pigeon, he shrink it out in shock. You're mad. Jump on my long board, my song board, my message in a bottle board. Это сообщение в бутылке у него на корабле. Смотри, message in the bottle. At the Grand Custom House was bookkeeper. Мышка, это, видишь, хранитель книжек. Злата, повернись, смотри, смотри, как красиво. Волшебная картина. Там статуя большого быка.
кораблик нашли и последний мостик. Он похож на попрыгушку, на твою пружинку. Мальчик с ресницами наклеенными, ну это вообще ужасно. И самый нарядный Temple Bar. Пойдем? Всякие елочные игрушечки.